Отдел вневедомственной охраны задержал гражданина в состоянии наркотического опьянения. По прибытию на место вызова к сотрудникам полиции обратился гражданин. Он сообщил, что сосед ведет себя неадекватно и угрожает ножом. В ходе осмотра у мужчины были обнаружены вещества, похожие на наркотики. Задержанный был доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств. За этот год сотрудники отдела вневедомственной охраны установили 35 фактов незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления наркотических и психотропных веществ или их аналогов. На месте происшествия был задержан 29-летний житель города Якутска, ранее несудимый, который находился в нетрезвом состоянии. По месту его проживания были обнаружены два пакета с веществом растительного происхождения. Задержанный доставлен в отдел полиции.